В Матфея 6:24 Иисус сказал: «Не можете служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Как проверить, сегодня служу я Богу или мамоне? Задай себе простой вопрос. Если бы Бог позвал меня в другую страну, чтобы там быть миссионером, и в это же время мне предлагают хорошую работу с хорошей зарплатой, тоже в другой стране, куда бы я быстрее откликнулся? На какое предложение? И второй вопрос попроще. У вас бизнес-сделка. Вы можете продать товар с хорошей наценкой, если вы не скажете всю правду. Либо вы продадите товар по меньшей цене, но при этом скажете правду. Что вы выберете быстрее? На что вы согласитесь? Вот так можно себя проверить.